надеялись, короче, с Гузелькой. Гузелька с подругой сегодня будет. Надеялись, что мало народу будет. Но народу сегодня дохерещи. Вот такая обстановка. Гузелька. Нет. Юлька. Так что все, заходим, будем рассказывать вам, что как. Проход вон там, касса, тут как магазинчик. Не купил билеты, он ждет еще, ну, покупает. Мы проходим сюда. Входим, тут пропускной такой пункт. Снимай блок. Да? Да. Мне нужен чек. А, чек? Да. Вот. А, это вы вот, пригласительные, да, все. Трое человек, да? Да, да. Прикладывайтесь сюда, простите. Вот так. Да. Приятного все, спасибо, вам отдыха. Спасибо. Да, обувь в гардероб, потом гардероб. Все, спасибо. Смотрите, вот вошли мы все-таки. Здесь тоже очередь. Она, походу, никогда не закончится. Вроде понедельник. А что в субботу творится, да, интересно? Все, стоим, ждем. Суть очереди заключается, Гузель, знаешь, в чем суть очереди заключается? Чтобы воду, бутерброды не проносили. Так что ничего нельзя, да? Все, чтобы покупали. У нас раздевалки, тоже личные вещи можно сложить. Тут проверяют у нас все. И у кого ничего нет, проходят. Короче, все, заходим мы в холл, в такой красивый. Все любуются им. Короче, мы уже раз, наверное, 5 были, но ни раз я не снимал. Думаю, видим. А, там жопа, что ли? Вот такая тема наверху. Сразу у нас раздевалки начинаются, да? Такие электрораздевалки. Мужики, бабы, без разницы. Все вместе, короче. Все, сейчас мои подойдут, покажу, как что раздеваться, и отправимся дальше. Все, переоделись мы все. Закрывается, короче, так эта штука, электро такая. Держится вот так и, смотрите. А, закрой, прикрой, вот, давайте. Так. Все, 892. Ну-ка, подожди, попробую открыть сейчас. Давай, открываю, подожди. Закрываю. Все, вот, поняли? Все закрыто, всем купаться. Народище тут. Место для курения. Обязательно, сами понимаете. Тут у нас касса. Можно закинуть, короче, на свой браслет, да, деньги. Забываю слова уже, да? Проходим, ребят, смотрите. Короче, души тут всякие. Душевые. Такой вот вход. Дезинфекция ног. Пузелька. И, короче, самое интересное, ребят. Поднимаемся. Пузелька, ты посмотри сюда, ты хоть. Улыбку. Ребят, все, зашли. Сразу говорю, будет очень шумно. Все шумят. Вот такая обстановочка. Народу много. По лестницам поднимаешься и... Ну, там первый этаж, такие-то горки, второй, еще одни. Вот с такими штучками там очередь занимают, берут их. Вот это мне нравится штука, да? Помнишь, ты в Турции, куда? Она в Турции также куда? Тут у нас, короче, сверху кто прилетает, здесь остается. Очереди. Опять же, очереди, ребят. Вот это же унитаз называется. Туалеты есть. Такая детская зона. Короче, пока такая экскурсия, ладно? Потом кататься, купаться, резко пройдемся по всему комплексу. Спустились на первый этаж, ребят. Тут у нас типа речка такая. Только волны они иногда выключают и становится скучнее. Походим на улице, повторюсь, погода у нас не очень хорошая. У нас всегда так попадает. На улицу попозже выйдем.
поезжают. Здесь отдыхают у нас. Пилинг, рыбки. Ну, вы поняли, уж как в Таиланде, короче. За отдельную плату это все. Тут у нас бар. Ребят, если плохо слышно, извините, здесь орут, кричат, плюс еще такой звук, как с турбины. Тут тоже у нас жрачка. Такой бар в бассейне. Если честно, мы думали в понедельник народу поменьше, но походу мы ошиблись. Тут у нас джакузи, ребят. Лежат джакузи по 50 человек. Тут у нас сауна какая-то новая. Кстати, ее не было, вот эта сауна. И тут у нас тоже были сауны. Турецкая баня, финская баня. Короче, ребят, ничего такого особенного. Но приятно. Как баня в русской. Вот так. Не речка, точнее, бассейн, который выходит на улицу. Вам скажем температуру воды. Температура воды вообще теплая, да? Бокс, да, все. Бокс надеваю, сейчас немножко поплаваем, короче, реб. Дождь пошел, вот такая обстановка, как обычно, очередь, мерят тут от 140 сантиметров. Гузелька, ты будешь 140? Такая горка. Короче, ребят, бокс надеваю, буду, потому что часто не буду его снимать, в конце что-нибудь вам расскажу там частями, так что это, сейчас будем кататься и веселиться. Вот такие дела, ребят, не мое кино. Не забудьте лайки и подписки. Да, Гузелька? Лайки скажи и подписки. Лайки и подписки. Давайте, ребят. Увидите вы спуска. Нельзя, короче, тут спускаться. Не любят Ривьера, когда с камерами спускаются. Любят только, когда у них покупают тут все. Такие вот правила, короче.